Приветствую вас. Меня зовут Марцис Гасунс. Я хочу рассказать о том, как работать с набранными в компьютере текстами на Деванагаре для нужд санскрита. Чаще всего тексты я храню в текстовых файлах или в вордовских файлах, из которых потом генерирую PDF-файлы. Но в связи с разными кодировками, с транслитерацией, с разными кодировками возникает проблема. В обществе ревнителей санскрита я выложил ссылку на сайт, на котором я впервые выложил конвертеры. Конвертер, собственно, файл шаблон, который лежит в папке шаблонов MS Word. Как найти папку шаблон? Есть удобная программа Search Everything. Советую ее для поиска по названию файлов. Она не ищет внутри файлов, но очень оперативно ищет по названиям файлов. И я набираю Normal, D и, собственно, шаблоны. Open path. Найти путь туда. Собственно, вот скачанный мною отсюда шаблон я положил в папку. И старый шаблон оставил как копии. Он занимает всего 22 килобайта. Этот занимает гораздо больше, потому что в нем прописаны разные конвертеры и разные стили. Стили для обработки текстов в Деванагаре. Есть достаточно поверхностная, но инструкция, которая показывает, какие кнопки можно использовать и как, на какой результат можно рассчитывать. Итак, создаем новый документ. Любой новый документ после того, как мы скопировали шаблон сюда, в корневую папку, он будет начинаться с такого мусора. Его можно удалить, чтобы он там не показывался, но он мне не мешает. Итак, берем фразу в транслитерации в IAST, в моем любимом Shift Charter. Все понятно. Транслитерация. Что мы с ней можем сделать? Превратить ее, например, в Harvard Kyoto. Разные тексты в интернете хранятся в формате Harvard Kyoto, поэтому искать часто удобнее по Harvard Kyoto. F3 нажали, превратилось в Harvard Kyoto. Другой режим. Выделили F9. Получили тот же текст в Деванагаре. В красивом Деванагаре. Сантепур ОТ. Это разработанная мною совместно с московским вишнуитом реплика немецкого шрифта столетней давности. Деванагаре и транслитерация. Режимов много. Можно получить просто Деванагаре без дублирования. То же самое я могу сделать и в M-Editor. То есть программа, в которой я работаю с текстовым файлом, называется M-Editor. И у меня есть шаблоны, созданные мною. Я также могу здесь проделывать те же операции, но часто удобнее в Word. Можно преобразовать текст из Unicode в до Unicode, чтобы использовать, например, старый
иногда симпатичные шрифты, которых нету для Unicode. Режим F9. Попробуем F9. Нет, F9 не работает, как, видимо, как положено. А работает F7, F6, F7, F6. F6. Да, получилось неплохо. F6, а F7? Нет, F7 дублирует, видимо. Нет. F7. Есть чем можно поиграться. Конвертер работает даже внутри таблиц, но там отдельные кнопки. Надо нажимать Alt и плюс комбинация. F10 попробуем. F10. О. F10. Интересно. Некоторые режимы работают не так хорошо, как хотелось бы. Потому что конвертеры обновлялись, и совместимость не идеальная. Но основные режимы, которые я использую ежедневно, они работают исправно. Вот. Ну, а насчет неправильно набранного текста в Devanagari. Например, вот у нас есть такой текст. Он уже стал правильным. А если бы он... Так, одну секундочку. Ну, собственно, текст, который бывает со сломанными лигатурами, это если неправильно брать текст. Я делал так, я нажимал F5, он превращался в чистый, хороший IAST транслитерацию, а потом его преобразовал в Devanagari. Используя F8. F5 и F8. F8. И тогда по-любому получится красивый Devanagari. И никаких вопросов. А текст не... Конвертеры не умеют работать с форматированием. То есть, если будет выделено что-то жирным, что-то курсивом или цветом, оно не будет сохраняться при конвертации. Для того, чтобы это осуществить, нужно потратить несколько десятков часов программирования, и нужными ресурсами я не обладаю. Даже в этот конвертер вложено несколько сотен долларов, и не имея возможности развивать его дальше, предлагаю вам пользоваться в том виде, в каком он есть. То есть я пользуюсь одним набором конвертеров для Word, их же можно использовать в Excel, и другой набор в M-Editor. Есть еще конвертер в среде PHP через командную строку, но это для массовой обработки, например, Махабхараты или больших объемов текста. Для бытовых нужд этого более чем достаточно. Спрашивайте общество ревнительный санскрита, скорее всего, ответит на ваши потребности. И до свидания.